Следует сказать, что Витория Куниберти, с учетом его места в бою, имеет невысокое количество очков боеспособностей и ряд недостатков, а именно, одну из худших маскировок на уровне, откровенно слабые торпеды, невысокую дальность ведения огня орудий главного калибра. Но вместе с тем, именно главный калибр, традиционный для эсминцев Италии, является весомым аргументом в борьбе с одноклассниками и слабо бронированными целями. Очки умений в первую очередь я рекомендую потратить на следующие перки командира. На Куниберти я установил следующие модернизации. Но все же сложность игры на восьмом уровне существенно выросла по сравнению с предшественниками, которые уверенно доминировали на пятом, шестом и седьмом уровнях. И в силу этого Куниберти смотрится гораздо скромнее.